Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Так, давай начнем с цветочка найти. Где он тут? Ага, вот он. Спрятался от меня. Так, 7 дней осталось. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, мы идем на опережение, да? 6 дней осталось, а у нас 5 цветочков всего лишь найти. Да, и самое главное, что сегодня мы, ребята, завершаем. Какая еще загрузка, ё-моё. Ты издеваешься, да? Ребята, доступны новые сооружения викингов. Избушки, колодец, еще что-то здесь. И максимум 2200 викингов у нас с тобой будет вообще на нашей территории. Так, здесь что у нас такое? Крылатый. А, крылостраж эксклюзивный. 10 тысяч монет или 8 раз выгоднее. Да иди ты в пень. 10 раз выгоднее. Не хочу. Так. Заходим сюда. Мы отказываемся от этого. И вот лопатку я, пожалуй, заберу. Да, я все заберу здесь. За рыбу все заберу. Так, ребятули, что здесь у нас такое? Стой, к этим демонам не место на Олухе. Но я знаю, что и ты их ни за что не прогонишь. Так что в этот раз не стану тебя об этом просить. Рад слышать, гнилец. Ты пришел, чтобы мне об этом сказать? Нет, если не хочешь их прогонять, то хотя бы посади их в клетки. У меня есть предложение. Давай я отправлю драконов на работу, чтобы они тебе не мешали. А ты не будешь мешать мне, и я смогу сосредоточиться на работе. Пхе, отправить драконов на работу. Это не то же самое, что избавиться от них. Поручите драконам добывать рыбу или древесину в течение 6 дней 16 часов. Начать. Так, друзья мои, что у нас вот здесь такое? Ничего не понимаю, мои рассказы ничем не хуже, чем рассказы Рыбьенога. Почему никто их не читает? Секрет в том, что нужно писать не ради славы и признания, а из-за любви к приключениям. Как так вышло, что Рыбьеног популярнее меня? Завершите приключение 12 раз. Обязательно это сделаем, попытаемся. Так, ага, у меня, ребята, Беззубик еще до сих пор не вернулся, очень странно. До сих пор где-то там летает на просторах. Так, ну что, мы с тобой должны, знаешь, что сделать? Потихонечку развивать нашу деревню. Для этого нам придется строить. Так, погоди-ка, у нас кто-то уровень получил. Угу. А где территория для того, чтобы все это дело расстроить? Не знаю пока. Ну что, избушка на курьих ножках. Давай, наверное, мы с тобой будем делать самое максимальное, что можно. Водокачка дает нам... Вот... Сюда мы ее влепим. Ать, хорошо. Будет делаться 2 дня, нормально? Нормально, ничего так. Городская площадь. Стоит 18 миллионов. Ать, хорошо. Дальше у нас с тобой идет изба викингов. Пускай будет стоять здесь. Так, еще одна изба викингов. И я поставлю ее вот сюда. Блин, да я так всю территорию себе, ребята, как бы тебе сказать-то, завалю. Завалю этими домиками. Блин, мне нужно больше места, ребята. Больше места для того, чтобы я смог еще построить домики. Хотя там вроде бы маленькие, они вроде бы должны поместиться здесь. Ну-ка посмотрим, изба. Да, эти домики здесь поместятся. Тогда будем делать их здесь. Выбора-то все равно нету. А где-нибудь еще поместится у нас этот домик? Ну да, вот тут говорят, есть местечко, да? И вот здесь. Так, у нас, по-моему, вот здесь еще тоже местечко есть, так что... А, я еще городскую площадь могу одну построить. Ага. Вот сюда мы тогда ее воткнем. В плане еще одна. Чего не хватает? Древесины? Да вы смеетесь надо мной. Древесины, чтобы и не хватало, ага. Как же. Всего этого у меня предостаточно. Да сколько? А, вот последняя. Это последняя, ребята, городская площадь, которую... Ага, так, подожди. Вот сюда мы ее поставим.
А домиков? А домиков мы тут с тобой еще можем наклепать, будь здоров. Вот эту вот избу куда? А, вот, есть место, ребят. Есть у нас местечко. Давай сделаем сюда. Почему я не могу вот здесь вот расчистить? Мне вот раздражает, например, вот эти вот домики, которые здесь стоят. Не домики, точнее, а вот древесины и тому подобное. У меня получается, что абсолютно везде все будет завалено этими коттеджами. Офигеть. Последний дом мы с тобой сюда поставим. И что в результате? В результате у меня будут везде одни дома. А для драконов и места нету. Вот этих домиков я вообще могу поставить аж целых 7 штук еще, представляешь? Давай ставить. Он автоматически, слава богу, мне находит места, где я могу эти домики повыставлять. Так, давай здесь. Полностью. Мне нужна новая территория. Серьезно тебе говорю, нужна срочно новая территория. Иначе я не знаю, как мы тут дальше с тобой будем. Все. Все постройки сделали, которые у нас были доступны. Так, теперь забираем с тобой ресурсы. Так, тут 38 минут. Скалотряс у меня еще там до сих пор прокачивается. Так, что тут у нас? Давай-ка глянем. Ага, ну-ка. Обычный пак открываем. Древоруб, ужасное чудовище. И водорез. Ас эпического. Кревет. Громобой, шипорез. Так, громорог. Шепот смерти. Костолом дикарь. И кривоклык. О, барс и вепрь. Кревет Дагура? Что еще за кревет Дагура, ребят? Я помню, был просто Дагур у нас. Ну, а тут какой-то еще и кревет. Так, повысить уровень. Это у нас душитель собственной персоны. Окей. Так, следующий кто у нас тут? Ну, конечно же, Вострозуб. Беги, беги, беги. Прокачивайся, беги. Так, следующий кто? Громобой защитник. Пускай тоже летит, прокачивается, да? Шикарно. Все качаются, все пределы, да? Рыбу нам с тобой девать некуда. Она у нас лежит в дракончиках наших. И никуда мы ее не можем потратить. Хотя на самом деле я вру. Я же могу что сделать? Я могу покормить своих драконов. Как вариант. Так, сейчас мы с тобой что-то будем получать. Лучше бы это был пак. Дайте, пожалуйста, пак, а? Ну, прошу вас, дайте мне пак. Не надо, вот только не яйцо. Ну, только не яйцо, ну зачем оно мне нужно? Это фигня полная, не яйцо. Пускаем, конечно, 40 тысяч рыбы. Нет, ты не довольствуйся, ты давай лети. Так, подожди-ка, а чтобы... Секундочку, мы с тобой зал совета до какого прокачали уровня? До 12-го, да? Да, до 12-го. Слушай, подожди, мы же теперь что-то вроде бы как можем прокачать, или я ошибаюсь? У нас ничего нового не открылось? Кузница там или еще что-нибудь? Нет такого? Территория новая тоже недоступна. Так, тут уже все построилось у нас. Быстро. Ну, эти домики-то понятно, они быстро строятся, поэтому... Чего они дают? По одному всего лишь? По одному викингу, ё-моё. Смех на палке. Так, сейчас, секундочку. Здесь тоже. Построить. Чего там не хватает? Подожди-ка. Сколько? 350 миллионов? Вы издеваетесь? Я могу улучшить свои... Так, что нужно для этого? Для этого нам нужно с тобой викингов. Побольше, да? Чтобы получить побольше викингов, нам нужно с тобой, соответственно, завершить постройки этих домиков. Они у нас еще очень долго будут там строиться, по ходу дела. Че ты стоишь? Иди добывай. Ну да, если посмотреть, сколько вот... 34 руна нужно.
То есть это получается, что в следующем только лишь ролике мы с тобой сможем поставить на прокачку 350 миллионов для того, чтобы расширить нам территорию. Это трындец, ребята. Это просто трындец. Так, а здесь-то что? А здесь, наверное, еще больше, да, нужно? Дневная фурия бедная скучает, там грустит. А здесь викингов необходимо. Смотри, видишь, необходимо 2200 викингов. Всего-то ничего, да? Капелька, елки-палки. Вот тут кто у нас? Вопль смерти будет здесь. Елки-то палки. Все равно я не могу понять, почему я не могу вот расчистить здесь территорию. Почему не могу вот сюда зайти? Тут у нас кто? Великий смутьян. А здесь? Разблокируйте эту территорию, чтобы разместить на Волхе больше драконов. А, драконьих насистов. За 3500 рун. И больше никак нельзя, ребята. Чисто за руны только, прикинь. Вот так вот. Что мы с тобой делаем? А, мы же с тобой пак еще не открыли. Серьезно, паки нужно же открывать. Монеты Одина. И здесь загадочный набор. Кревет, душитель, вострозуб. Капелька ресурсов. Окей. И рекламный пак тоже нужно открывать. Монетки Одина. Так, и здесь шторморез, костолом, древоруб. И все. Остальное там по мелочи, да? Забираем. Но забираем. Кстати, я сейчас хочу посмотреть. Для того, чтобы нам прокачать с тобой до 13 уровня наш зал совета, что нам понадобится для этого? 10 драконов 85 уровня. Запомни, 85 уровня. Вот такие вот пироги. Так, здесь а я не могу, потому что мне нужно победу над флотом, да? 60-м сделать. Только после этого я смогу дальше прокачивать. Я понял вас. Ну что, получается, в данный момент из построек у меня все. Здесь через 2 часа все это отстроится. Маленькие коттеджики уже стоят. То есть нам нужно с тобой идти прямиком только лишь куда? На арену. Событий нету? Событий, к сожалению, нету. Грустно. Грустно. Ну ладно, ребята, погнали тогда на арену. Так, местечко есть. Буквально для 2 паков. Такая вот команда у нас с тобой. Пока менять я ничего не буду. Может быть, конечно, надо обратно вернуть ветрокрыло к нам. Ну, попробуем подраться без него. Креветушка, иди-ка ты отсюда, а? Да поскорее. Не нервируй меня, муля. Ай-яй-яй. Вжариваем. Так, костолом, потом мы опять ходим. Так, душитель. Что будет делать? Я так тебя понял. Так, минус кревет. Давай-ка возьмемся за душителя. Уничтожил, понятно. Я это предвидел. Ага, балалайчку тебе. Добивка. Так, и костолом. Ну, костолом, ребята, сейчас будет бегать. Бегать и еще раз бегать, естественно. Как он пропустит такой момент, чтобы не разбежаться и не ударить? Это мир перевернется, если он такой не сделает. Но я тебе скажу одно, ему крышка. Хана ему, ребята. Сейчас мы его тут распишем. Как щегла. Ты не веришь? А придется поверить. Ну, добивка? Нет. Хотя да, добили мы его, друзья. Первая наша победа на сегодня. Ну что же, мы продолжаем. У нас с тобой здесь шипорез. Ага. А этот 16 уровень имеет. Я его понял. Неплохо мы пока нахлобучиваем. Кого будет бомбить? Ясен перец. Давай так сделаем.
Обалденно, скрита уничтожили. Мы этого шипореза, я даже его не заметил. Так, сейчас будет этот. Ребят, костолом будет кого-то бомбить. На глушняк причем. Кого? Мне кажется, штормореза. Ну, так оно и есть. А этот-то что там? Естественно, подхалимыч-то. Не упустит момента звездануть. А мы с тобой вот так сделаем. Ну что, попался, да? Вот так-то. Укусик. Пробивной. Еще один укус. Ну и на следующий ход я не буду здесь тратить. Я просто его, ребята, буду бомбить на слепоте. Пускай он тут бегает, что хочет, кувыркается, хоть на голове стоит. Слепоту я отменять не собираюсь. Это не в наших интересах. Вот теперь можно уже испробовать все, потому что два хода у нас есть. И за эти два хода мы его просто сейчас распетрушим. Ничего он здесь не сделает нам. Добили, по красоте. Так, ребята, здесь у нас кревет имеет 16 уровень. Значит, мы, наверное, скорее всего... Погоди. Кревет или прихвостень? Наверное, все-таки прихвостня будем брать. Поехали. Начнем с него. Там уже попробуем и до кревета добраться. Если успеем, конечно. Ай-яй-яй. Так, этот будет бафать 100%, я тебе говорю. Нет. Ну тогда уж извиняйте, ребята. Ой, подожди, этот же может суператаку сделать, электрическую. Не стал. Пожалел, да, типа? А этот слишком поздно делает свой баф. Слишком поздно, парень. Потому что кревет в любом случае... Хотя вряд ли мы его сейчас уничтожим. Но я попытаюсь. Хорошо кусается. Да ладно. Смотри-ка, как они тут раздухарились. Сделаем с тобой вот так вот. Ух ты. Подожди. А, все. Все, парень. Можешь расслабить одно место, тебе крышка. Ты здесь уже ничего не сделаешь. Ну, а мы двигаемся дальше. А вот и наш первый пак вождя. Ужасное чудовище. Костолом. Плюс шторморез с громобоем. И шепот смерти с водорезом. Опять же, экзотический шепот смерти, барс и вепрь. Шикарно. Кстати, очень много дали сейчас наград именно в этом паке. И мы с тобой, кстати, получили еще один редкий пак. Так что вперед, как говорится, из песней. Кто у нас тут будет? И нам чуть-чуть, ребята, остается для того, чтобы открыть следующую арену. Ну-ка. Так, 16 уровень и 16. Ну, естественно, громобой. Это первый наш клиент, которого мы будем с тобой щелкать. Так, Сардетка, успокойся. Давай, наверное, мы понизим, во-первых, защиту. И думаю, сейчас мы раскурочим громобоя. Да вот дудки тебе. То, что он там повысил себе атаку, это все ерунда. Это его не спасет. Это его не спасет. А вот что у нас там? Сарделька, ты че? Ага. Давай вот так сделаем. И добьет мне, к сожалению, барсика. А мы добьем штормореза. Че ты там, Сарделька, че ты там нахлобучиваешь-то? На-ка, получи. О, все. Все. Здесь, ребят, ясно всем, да, что тут будет. Просто расколбас этой сардельки. Сейчас мы ее кусанем. Опять же, бомбанем. А мы можем даже вот так сделать. Так даже будет лучше. По крайней мере, мы хильнулись с тобой. За счет сардельки. И укусик смертельный. Все. Легче простого. Так, а здесь у нас немножко проблемы начинается, потому что здесь крылатый ужас, он 17 уровня. Блин, он очень сильный. Как бы для разбора он очень такой неподходящий для нас персонаж. Если мы, ну, посмотри, что тут получается. О, и как он вжаривает. Есть разница? Ё-моё, по-моему, сейчас мы потеряем штормореза.
Ага. А если я... Давай, я рискую. Я рискую. Добиваем мы с тобой. Да. Прекрасно. Ну что, Громорок, давай пошуршим. Блин, ну нифига себе, пошуршали. Ладно, я, наверное, все-таки вот этого попробую запинать. Ну, потеряли мы с тобой штормореза тут. Хотя, подожди, не факт. А вот теперь факт. Сейчас он добьет его. Жаль, конечно, но в любом случае победа здесь уже будет за нами. Почему? Да потому. Начинается на У. Так, сейчас мы сделаем слепоту. Красивую вот такую вот. И начинаем потихоньку его мурыжить. Все, Сарделька, успокойся. Лучше бы ты сдался бы досрочно. Все равно тебе уже здесь ничего не поможет. Давай, наверное, вот так отравление повесим. Угу. Раз укусик и добивусик. Вот и все. Делов-то на копейку. Так, а вот здесь вообще трындец. Ребята, тройной удар имеет 18 уровень. Плюс, также я вижу здесь водорез, который имеет 17 уровень. Как нам тут с ними быть? Я пока не знаю. Уклонились. Это хорошо, ребят. Так, вначале, естественно, будем все-таки пытаться пробить тройной удар. Потому что если он разойдется, это будет фиаско. А у него, по-моему, с трех энергий, да, начинается первый его удар. Нет. Ошибочка вышла. Ёпарсете, вы... Изверги, вы что делаете? Да, забомбили, ребята, они. Ну что, будем, наверное, делать с тобой следующим образом. Сейчас заблокирую, да? Чё-то не катит он. Ёпарсете. Что не так, а? Что-то не получается у нас. Так, ну... А это сейчас уничтожит. Блин. А Кривоклык в одно лицо, наверное, не справится. Хотя, кто его знает. Посмотрим сейчас. Давай, суперудар. Никаких суперударов он не делает. А это сейчас, наверное, что-нибудь такое... Пипец. А что мне-то делать? Я не смогу, ребята, с ним справиться. Один на один. Не-а. Это мне сейчас повезло. Крупно повезло, ребят. Он хильнулся все-таки. Не, я его не смогу здесь прижучить. Как бы я ни хотел, не получится. И жаль. Так, друзья мои, вот он, второй пак вождя. Древоруб, гром или защитник, кнут и прут. И все, что ли? Кнут и прут. И на этом... Всешечки получается. 10 рун. Так, здесь что ли у нас? Ага, 70 вымпелов. Так, если посмотреть по вымпелам, у нас, по-моему, остается там где-то... Где-то около 500. Ну, не 500, даже чуть меньше. 400, да? Да. 425. Я думаю, что мы успеем. Да, мы успеем с тобой, скорее всего, собрать вымпелы и взять... легендарного дракона. Ну что, друзья мои, по-моему, все, что мы могли на сегодня сделали. Нам надо ждать, естественно, когда построятся наши вот эти вот домики, коттеджики, да? Чтобы у нас было с тобой определенное количество викингов. И после этого у нас будут доступны прокачка лохани плюс дровницы и, соответственно, там открытие новых территорий. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.